производственном цикле обработка грубой шерсти занимает 90% всего технологического процесса. Овечью шерсть сортируют по видам, толщине и длине. Как говорят специалисты, грубое волокно не подходит для тканых и трикотажных изделий. Если отсортируем тонкую пуховую шерсть, есть возможность использовать ее для изготовления тканых и трикотажных изделий. В овечьей шерсти пух занимает 50%, а остальные 50% уходят в отходы. В легкой промышленности они не используются. В цехах нового производства все цепочки технологического цикла – чесальное, промывочное, сортировочное отделение и выпуск готового продукта. На закупку оборудования 80 миллионов тугриков выделил научно-технологический фонд. С открытием предприятия по сортировке овечьей шерсти появляется возможность для производства качественных тканых и трикотажных изделий. После сортировки из овечьей шерсти можно выпускать одежду и товары широкого потребления. Думаем развивать такое производство в Аймаках. Все технологические процессы автоматизированы, на каждом этапе достаточно одного человека. Рассматривая возможность увеличения ассортимента, специалисты считают, что предприятие может производить не только пух, но и строительные, утеплительные материалы. Годовая мощность предприятия – 8 тонн пуха, уже промытого и готового к дальнейшему производству. Халион Арденбайзгалан, Аист, Монголия.